Так, привет всем. Сегодня очередной обзор посылки с Китая, с Алиэкспресса. Не знаю, похоже, что тут леска. Но я заказывал леску и шнур. Что одна, что вторая посылка. Уже давно не отслеживались. За одну даже мне деньги вернули. Сейчас посмотрим. И это у нас шнур. Вот такой вот шнур. В пакете что? 200 метров, 12 веб, 0,14. Он должен был мне прийти, я не знаю, месяца три назад. Сейчас посмотрим, как он на прочность. Попробуем сейчас руками его поймать. Смогу ли я порвать его? На самом деле хороший шнур. Ну, на вид. Не знаю, как он себя покажет. Будет распускаться, нет. Цвет полиняет, не полиняет. Ну, так нормально, прикольно, вообще класс. Я доволен. Я не помню такой вот шнур. Я вроде бы или 300 метров, а может и 200. Я, честно говоря, я про нее уже давно забыл. У меня она в споре висит там по возврату денег. Уже и спор, наверное, закончился. Так и не вернули. И тут мне просто приходит даже не уведомление от почтальонов. Мелкая посылка. Вот сходил. Такая вот. Ну, так нормально. Но он, я его за 200 рублей что-то брал. 220-200. За эту цену вообще отличный. У нас такого нигде не найдешь. Даже леску за 200 рублей не купишь. Все. Всем спасибо за просмотр, за внимание. Подписываемся, ставим лайки. Всем пока.